В эпицентре заводской лихорадки оказался автоприбор. Еще в марте стало известно, что помещение предприятия выставили на продажу. А уже в апреле сотрудников распустили в вынужденный отпуск. Всех сокращают или как? Не сокращают, временно на месяц. Условия теперь какие? На месяц отдыхаете, да? Да. Потом, не знаю, приходим, что там скажут. Через месяц? Да. А зарплату будут за этот месяц платить или как? Обещают 2/3. Но уже в конце следующего месяца по сокращению попало около 1000 владимирцев. Они, к слову, организовали стихийный митинг у проходного предприятия. Судьба заводчан разрешилась в тот же день к обеду. Директор по персоналу пообещала, что людям дадут еще поработать 2 месяца. Вот видите, а вы говорите, пульс нет. Все по рабочим местам. Что решилось? Будет выдано повторное уведомление на 2 месяца еще. Так что все расходимся по рабочим местам. Позже стало известно, что в ситуацию вмешалась областная администрация, которая нашла нового инвестора. Деньги в предприятие вложила московская строительная фирма, которая создала на базе завода научно-производственный комплекс с таким же названием – автоприбор. Осенью руководство предприятия заявило о готовности наращивать мощности. Правда, спустя некоторое время начались новые сокращения. С какими итогами завод подходит к Новому году и что ждет предприятие? Ответы на эти вопросы руководство завода предоставило в официальном ответе на наш запрос. Годовые обороты превышают 1,5 миллиарда рублей. В настоящее время в ООО «НПК «Автоприбор» трудоустроены 823 человека. Среднемесячная заработная плата по заводу составляет 30,3 тысячи рублей. Дальнейший план, разрабатываемый инвесторами для завода, расширение производственной деятельности в существующем виде, а также создание новых продуктовых направлений. Следующая стратегическая цель – разработка и запуск производства новых продуктов, как в области автомобилестроения, так по неавтомобильной тематике. Другим предприятием, по ком в этом году звонил колокол, стал Владимирский моторотракторный завод. Уйти в вынужденный отпуск заводчан в ВТЗ попросили еще в октябре прошлого года. Все это время люди жили на 2/3 от голого оклада, а это 5-6 тысяч рублей. Работникам обещали, что на завод должен прийти инвестор и их не уволят. Но обещания не сдержали. В июле 2018-го 300 сотрудников предприятия получили трудовые книжки и окончательный расчет. Вот так. Без спасибо и особых церемоний. Несмотря на то, что многие на этом предприятии отработали всю жизнь. Был у меня и 30 учеников воспитывал. Я гидравлик. Так что вот такие вот дела. А теперь приходим со слезами на глазах смотреть на наше предприятие, которое кряк. Мы не великую пенсию заработали. Отработали 38 лет, я заработала 10 тысяч всего лишь пенсию. Мне хочется еще поработать. Я на эти деньги не смогу прожить. Поддержать заводчан из всех представителей власти приехал только Владимир Сипягин. На тот момент он работал депутатом Заксобрания. По его данным, администрация региона пыталась найти инвестора. Состоялась поездка Алексея Владимировича Конышева в Москву. И там как раз разбирается вот эта проблема. Для того, чтобы, найти инвестора, определить дальнейшую судьбу данного завода и, соответственно, сотрудников. Но в конечном счете 20 июля 2018 года стал последним днем для ВТЗ. А вчерашние работники некогда одного из градообразующих предприятий Владимира пополнили списки тех, кто стоит на бирже. На заводе проведена процедура банкротства. Продолжается подготовка к конкурсному производству. Сейчас идет оценка и скоро будут выставлены на продажу все имущественные активы ВТЗ. После того, как завод будет продан, придет новый инвестор. Этой информацией с нами поделились в Белом доме. Региональная власть в данном случае может являться лишь наблюдателем. Но как только придет новый инвестор, ему обещают всестороннюю поддержку. Валерия Саенко, Алексей Домнин, 6 канал.